живой сокол, что вы делаете? Ильич, хочу лентову, ленточку хочу! Самое сложное — догнать соперника. Если это еще девчонка, вообще так стыдно. Вообще, хоть с трассы уходи. Но нет, не добежим. Как бы это ни было, мы проиграем. Но мы добежим на финиш. Расскажите, впечатление от... Хорошее, очень отличное. Что запомнилось? Что хорошее? Старт, народу много, организация хорошая. Трасса, горы, подъемы. Уральская. Вы давно бегаете? Давно уже, я еще первый раз бегал. Бежал в Свердловск. Девятый был в салюте. Это было давно, в 83-м году. Скажите, что бег для вас? А бег — это все здоровье. Без бега я уже не могу. Девушка, ну как впечатление, рассказывайте. Мурашки покажу. Что, чем так впечатлило? Давайте ощущения рассказывайте, все что чувствуете. Я пока не в силах, на финише ждите. Вообще супер. Все, повезло сегодня, реально. Мне и тебе. Если было 30-ка, ты бы уже устал. 14. Так что, передавай всем привет. Следующий год жду. Когда твоих друзей на дистанции. Подруга есть. Пусть она с камерой пробежит в следующем году. Евгений Владимирович, впечатление, два слова буквально. Бежим нормально. Народ хороший, много молодых. Пожилые, вон, смотри, как бегут. Это очень хорошо, что в Екатеринбурге появился свой марафон. Все, задача добежать, не отвлекайте. Всем привет.